Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Виталика Задорожного, который победил в прошлый раз в еженедельном. Опять же, было много бомбежки, но я сказал, что человек участвует, значит, у него есть шанс, он участвует во всех конкурсах. Мы немножко изменили правила. В общем, все было в предыдущих видосах. Кто хочет, может посмотреть. Он находится в гильдии ТОП-30 гильдия, украинская гильдия на русском андроиде объявляет набор активных украинских игроков от 200к силы. Взносов и штрафов нет. Чат гильдии, Вайбер, Телеграм, боссы, атака фортов. Все на экране у вас есть. Вопросы по вступлению в ЛС. Обязательное участие на битве гильдии, атаки фортов. Кидайте заявочки, вступайте. Так, ну что, я ему забрал сегодня большой пак. Сейчас посмотрим, что там у него поменялось. Вот разруха уже. Не может он забрать. Не хватает мест. Ну вот так вот по чуть-чуть аккаунт прокачивается. Ну, рынок я вам уже показывал. Забрали мы ему пак 40 осколков Ворника и 50 осколков Буги плюс. Вот такие вот плюшки. Так. Окей, давайте сейчас мы все пооткрываем. На 8к мы паролем ему созвездие. Для Ронина он попросил остальное на недостающих героев. Так, окей, отлично. Поехали, пробежимся сначала по акциям. Найм редких героев. Кузнецы. Заберем сейчас сразу смертушку. Потому что кроме нее там особо ничего такого интересного нет. Так, и также открываем там сколько у нас? 6 попыток. Так, яйца. А, точнее 12. Ну, вряд ли тут что-то упадет. Я уже показывал не раз, что минимум там от 5 паков падает. Ну, бывает, конечно, исключение. Видите, ничего толкового толком не упало. Так, смертушку забрали. Тык-тык-тык, где тут у него? Томник. Так, отлично. Ну что, поехали, сейчас пооткрываем плюшечки, которые у нас есть. Так, две эмблемки. Бог войны, гнев. Ну, такое себе, честно говоря, не воин. Хотелось бы получше. Так, открываем сундучки. Карта третья. Неплохо. Для любого аккаунта начального это неплохо. И четвертая. 200 зеленых. Рвение плюс 30 книг. Хорошо. Так, ну, в общем, с этим мы разобрались. Поехали. Посмотрим, что ему надо по героям. Так, Некроса не хватает. Рибита, Асурика, Махатмы и Бугимена. Так, окей. Хотел посмотреть его осколки. 50 уже есть. Ну и огника, видите, уже 71. Окей. Поехали сначала на Ронина, паролем ему созвездие. Его Ронина.
четверку, думаю, это оставим пока. Так, еще четверка, блин, не знаю, ладно. Четверку не будем следующую оставлять, надо все-таки... Блин, четверки, конечно, падают. Жестко. Отлично, пятерочка. Так, 3-3. Ну, атаку нету смысла. Смысл есть только собирать рунина на уклонение. Блин, ну не знаю. Критовать он и так будет. Четверку оставлять тоже неохота. Поехали дальше, может пятерка выпадет. Конечно, шанс очень маленький, но... Ну, дайте пятерку. Дают пятерку, но нету. Ладно, ролим до пятерки. Вычка. Ну не знаю, пока оставим вот так вот. Потом со временем переролят вариантов. Там 150 разницы, 300 в принципе. Возможно, будет хватать, уже потестирует. Так, а с чем он у него? А он даже еще пока без талантика. Так, хорошо. У нас осталось 28к. Поехали рулить недостающих нам героев. Ну, на уклонение надо быть готовым. Нужно. Рибит, поздравляю, сразу недостающий. На уклонение надо быть готовым от 50к. Так, Варжей. Дракос. Варлок. Фина. Блин, нужна мохнатка, реально. Дай мохнатку. Дед Мороз. Красный нос. Так, до легенды идем в рейды. Я сказал до легенды, не до конца. Жесть. Держимый. Ну, один недостающий уже есть, правда, это Рибет. Это не то, чего хотелось бы. Так, Асурик. Асурик, по-моему, у него есть. Ведьма, капитан, рогатка. Офигеть, как начал сыпать. Еще один ворожей. Гаргул, нифига себе. Вот это так нам насыпало. Так, а ну, капитан, рогатка у него есть или нету, я читаю. Равтыкал. Как обычно. Так, капитан, да, капитан рогатка у него есть. Бугимен нужен, Махатма. Асура недостающий, огонь. Два недостающих героя, отлично. Поехали еще разок в рейдик, сбегаем. Так, отличненько, поехали. Ну, два недостающих огонь. Череп. Ниндзя. Китель. Вот так вот, 58 самого осталось. Ну что, поздравляю, два недостающих есть. И у нас там, по-моему, карта была третья. Сейчас мы тоже хлопнем. Ну, еще и, в принципе, раз, два, три, три героя. Так, ну что, поехали.
Ну, заклинательница. Так вот. Все, в принципе, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.